Два новых детских сада появятся в Иванове. Мэр города Алексей Хохлов лично проверил готовность дошкольных образовательных учреждений к открытию. Детский сад, который вырос в московском микрорайоне, рассчитан на 120 мест. Стоимость выполненных работ – около 76 миллионов рублей. Объект вообще уже выстроен и передан заказчику для сдачи в эксплуатацию. Делать практически нечего. Ну, мелкие, наверное, помарки здесь обязательно у комиссии будут, поэтому именно их и необходимо будет устранить. Сюда уже завезли и расставили мебель. В новых садах вся обстановка должна соответствовать строгим требованиям. От отсутствия острых углов до безопасности материалов. Еще одно дошкольное учреждение откроется на улице Акуловой в районе Гринвиль-парка. Его ждали уже давно, но качество работ здесь, к сожалению, оставляет желать лучшего. По садику на улице Акуловой остались еще замечания. Ну, в частности, меня вызвало большое сомнение, что вот те материалы, которые применялись там в одной группе, они могут быть использованы. Я поэтому дал задание, чтобы посмотрели еще раз внимательнее, прежде чем окончательно принять объект. После решения всех спорных вопросов этот сад будет готов принять 60 дошколят. В городе остро стоит вопрос с отсутствием мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. С открытием новых образовательных учреждений эту проблему планируют решить. Мария Попова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.